Продолжаем выпуск. В Карагандинской областной мечети стартовала благотворительная акция. Работники мечети решили во время священного месяца Рамазан организовать бесплатные такси. Таксистом может быть любой желающий. Главное – иметь собственное авто. Водители будут развозить желающих совершенно бесплатно за простые слова благодарности и за благословение. Благотворительная акция проводится впервые и будет продолжаться до окончания священного месяца Рамазан. Все это время по городу будут разъезжать автомобили с большой вывеской «Бесплатное такси». Стать участником акции может любой автомобилист. Условие одно – перевозить людей за благословение и обычные слова благодарности от пассажиров. Такая акция проводится впервые и думаю, что станет традицией. Сам я работаю в мечети, вот пришел сделать добро. Я от этого не имею никакой выгоды, но совершаю благое дело. Ведь помогать нуждающимся, да и просто людям, это самый большой подвиг. Кроме того, в мечети проходит благотворительная акция для малообеспеченных семей нашего региона. Любой нуждающийся может прийти в мечеть и получить совершенно бесплатно продуктовые наборы. Айман Мухамедина – инвалид первой группы. Держит пост на протяжении нескольких лет и ежегодно пользуется благотворительностью. Я очень благодарна всем добрым людям. В этот священный месяц нужно помогать нуждающимся. Сегодня я взяла продукты, муку, масло, сахар и многое другое. За все это спасибо. А то, что появилось бесплатное такси, очень рада. Я каждый вечер хожу в мечеть на Узашар и теперь могу добраться до дому без проблем. Спасибо всем. Участников акции становится все больше. В настоящее время в бесплатном такси более 20 автомашин. Они разъезжают по городу и бесплатно развозят карагандинцев. Данная акция – это подтверждение тому, что этот месяц, месяц милосердия, благодеятельности нашей религии. И в этой сфере мы проводим сегодня такую акцию. Главный имам мечети Умирзак Беккожа уверен, что акция станет доброй традицией, и с каждым разом желающих будет больше. Акция «Бесплатное такси» продлится до 24 июня текущего года. Асир Сазамбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.